Каждый год фестиваль классического балета имени Аллы Шелест собирает лучших российских балерин и танцовщиков. За творческим вдохновением, обменом опытом и новыми впечатлениями на форум в Самару приезжают даже примы и премьеры Большого театра. Когда ты приезжаешь в какие-то города, неважно, это город России или иностранный город, то это всегда абсолютно другая атмосфера, и те вещи, которые я уже, казалось бы, танцевал несколько раз, всегда как-то их чувствуешь на разных сценах по-новому. И поэтому Самара – это, опять же, театр, здесь очень хороший театр. И здесь, конечно, танцевать – одно удовольствие, и получаешь новый опыт. Алла Шелест – одна из самых значимых фигур в истории российского балета 20 века. Рождение фестиваля ее имени в Самаре не случайно. В 70-х годах прошлого века она возглавляла балетную труппу Самарского театра оперы и балета. Каждый раз это открытие, это ликование, потому что память такой балерины живет, и мы все о ней вспоминаем, и новые поколения узнают, что была такая восхитительная танцовщица, совершенно незаурядная, и, мне кажется, равных ей нет. В 2011 году фестиваль классического балета имени Аллы Шелест вошел в Ассоциацию европейских фестивалей, став частью международного культурного сообщества. Приобщиться к высокому искусству можно до 30 октября. В воскресенье фестиваль завершится гала-концертом. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.